Здравствуйте! 18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все сотрудники органов ЗАГСа в России. Всем известная в нашей стране аббревиатура ЗАГС – запись актов гражданского состояния. Ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека. Поэтому труд переоценить значение работы профессионалов ЗАГСа в современном мире, как в масштабах государства, так и для каждого человека. Всего в России функционирует 412 ЗАГСов, в которых ведется каждодневная непрерывная работа. Здесь регистрируют рождение и смерть человека, брак и развод, смена фамилии, имени, усыновление и установление отцовства. Среди работников структуры более всего женщин, поэтому в день работников ЗАГСа каждый кабинет благоухает цветами. Поздравления звучат также и в адрес бывших сотрудников и ветеранов органов записи актов гражданского состояния, так как высокая эффективность работы органов отдела опирается на опыт предшественников. Соединители сердец и властелины двух колец. Вы от рождения до смерти семью скрепляете навеки. Пусть будет яркой ваша жизнь, чтоб все желания сбылись, чтоб не уставляли повторять и молодых благословлять. Здоровья легкой вам руки, чтоб к цели были вы близки, чтоб счастье вас нашло внезапно. С днем работников, тружеников ЗАГСа. Поздравляем!